И прощание с первым классом, и прощание после окончания начального звена с первой учительницей. Позже это выпускной после 9 класса. Последний звонок и выпускной по случаю окончания школы. Славные годы, чудесные, студенческие. Завершается выпускным из вуза. Но самый, наверное, трогательный праздник – это вечер встречи выпускников, когда на стыке двух зимних месяцев собираются вместе бывшие одноклассники и учителя. Ну что, дорогие друзья, времени прошло немало, 25 лет, четверть века. Давайте заново с вами все познакомимся. И начнем мы вот с этого замечательного молодого человека. Итак, я предлагаю вам следующее. Я начинаю, вы продолжаете. Каждый встает, говорит свое имя и фамилию. И если у вас было, и вы помните свое прозвище в школе, то вы его называете. Были у вас такие или нет? Ну что, попробуем. Сегодня свой 25-летний юбилей выпуска из первой школы города Серпухова отмечают. Поехали! Просто лет. Прозвище, по-моему,
А кто помнит? Может, есть такие? Нет. Помним мы его. Дальше. Сегодня юбилей отмечает следующий. Передаем микрофон. Краснобаев Михаил. Если мне память не изменяет, как его Курмашин. Ну, это замечательно. Следующий. Лаврухин Андрей Николаевич. Копченый. Подпольная кличка Копоть Лавруха. И следующее. Наталья Лисникова, Лисичка. Друзья, вы аплодисменты не встречаете, ваши прекрасные. Чирков Роман Васильевич. Рома. А что, это клички не было, что ли? Не было. Ачирик. Черкес. Да, следующий аплодисмент следующему одноклассникам. Антон Владимир, как только не называют. Так. Жанин Григорий, Гришка Гриша. Следующий передаем, одноклассникам передаем. Дмитрий Оськин, вроде пишет. Значит, Ося. А здесь все помнят. Так, следующий. Аплодисменты, за дружбу, за любовь. Два коротких, один протяжный, 3-4. Потому что я знаю, без смеха Ольга не никак не могла жить. Даже 2 года прошло после окончания школы, Юля часто заходила, и достаточно было ей заглянуть в дверь, сразу на сердце становилось легко, потому что вот от нее всегда шла такая приятная очень аура. Ну, можно о каждом из вас сказать, что и мы от вас что-то взяли, и вы нам дали тоже много радости.
Замечательные слова, я думаю, каждый из вас к ним присоединится. И передаю слово вашей второй поступательнице Галине Алексеевне Бобровниковой. Я, конечно, очень рада вас всех видеть. Я скажу, что мы все вас, всех вас любим. Всегда о вас вспоминаем, когда собираемся на свой корпоратив. И очень много, да, мы до сих пор собираемся, несмотря на то, что мы давно на пенсии, ну как вот, я, например, уже 5 лет, вот, собираемся, все наши, кто такие стойкие девушки, бабушки, вот, собираемся и всегда вспоминаем вас. И так много, и так долго, в конце концов, кто-нибудь скажет, хватит про ребят, давай про нас. Про молодых, да? Ну и потом, в конце концов, мы говорим про себя, и где-то в конце опять про ребят. И кто-нибудь скажет, ну опять про ребят. Вот, особенно Светлана Павловна Маслова, она говорит, вы меня извините, я такую фразу скажу, не очень хорошую. Девчонки, хватит про ребят. Давайте про нас, про взрослых девушек. Ну и вот так. Все хорошо. Ну а так я вам желаю всем здоровья. Здоровья всем вашим близким, благополучия, успехов, везения и Божьей помощи. Хотел сжечь журнал школьный, наверное, ребят. Нет, все учились хорошо, отлично. Хорошо, а теперь философский вопрос. Куда уходит детство? Кто ответит? Никуда, остается вечно с вами, потому что вы вечно молоды, красивы. А у кого из учителей был самый запоминающийся голос? У Бакановой. Все согласны? Да. Отлично. А кто чаще всего сбегал с уроков из вашего класса? Вот вижу, двое подняли руки. Так, четверо убегали с уроков. А кто убегал, поднялись руки выше, чтобы все увидели? А, понятно. Ясно. А кто у кого любил списывать? Были такие, у кого можно было списать точно? У кого списывали? У одного, у двух, у троих? Не, у кого списывали? Более самого. Рома, подними руку, Рома. Отлично. А кто, вот сложный, наверное, вопрос, кто самый младший в вашем классе по возрасту? Да? Точно? Все поддерживают? Или кто уже не помнит? Так, хорошо, а давайте вопросы куда-нибудь сюда. Кто у нас здесь отличник был? Отличник? Нет? А кто отличник? По телефону разговариваю. Ладно, пока отложим. А какой предмет вы изучали 10 лет в школе, его название не изменилось? Русский язык? Какой? Нет. Потому что математика потом делилась у вас на алгебру, геометрию, наверняка, да? Физкультура, правильно. И вот теперь вопрос к нашему отличнику. Пятерка по какому предмету была самая запоминающаяся и самая яркая? Английский язык, пятерка, самая запоминающаяся, да? Трудно было его учить? Ясно.
А какой самый-самый у вас, может быть, любимый момент на уроке был? Когда что происходило? Перемена? Нет, именно на уроке. Контрольные были самые любимые, интересные. У кого было еще такое любимое место в школе? По 10 копеек котлеты? Рыбы. Пусты. Хорошо, на цель. Так, в нашем банку прибыло, встречайте. У нас с вами здесь присутствуют два дорогие для нас человека, которые так и останутся до конца наших дней. Дай Бог всем немного и благое лето. До конца наших дней останутся глубоко уважаемыми людьми. Это наши учителя. Я думаю, что очень важно, чтобы мы с вами, люди, кто теперь мы взрослые, да, не дети, живем осмысленно, чтобы мы с вами вспоминали наших учителей в наших молитвах. Я надеюсь, что все правильно меня поймут. Вот, вспоминали их всегда, даже когда мы сами станем старенькие, будет там 80, дай бог, 90 лет. 100, ну, 120 можно, да. Вот. И сейчас давайте мы тоже с вами так вот из сердца горячо пожелаем им здоровья, сил, терпения. Я думаю, что их дети их радуют уже. Вот. Поэтому, да, пожелаем им здоровья. Да. Пожелаем им здоровья. Самое главное, мне кажется. Ура! Давайте поднимем наши бокалы за здоровье наших учителей, горячо любимых. Всем привет, я Дмитрий Уськин, кто меня забыл. Ну, достижение за 25 лет, которые вот мы закончили наше обучение в первой школе. Ну, что можно сказать и какие итоги можно подвести. Семья, двое детей, сыну 12 лет, дочери 7 лет. Сын у меня отличник, обучается. Вот сколько вот проходило годов, учится очень хорошо, играет на гитаре, дочь занимается фортепиано, вот, занимаюсь предпринимательской деятельностью, конкретно торгую дверьми, есть сеть магазинов «Мир дверей», это вот мое детище, 8 магазинов, небольшая вот пока федеральная сеть, магазины в Серпухове, в Подольске, есть магазин в Обнинске, в Туле. И планируем открывать дальше вот магазины, то есть будем расти, будем развиваться. Всем привет, все. Можно? Ой. Не знаю, столько произошло за эти время. Мы, короче, сейчас развиваемся, ходим в театры, в кино, в балеты, в музеи. Что даже сказать не знаю. Работаем, конечно. От утра до ночи и от ночи до утра. Не знаю, что сказать. Наверное, ничего не поменялось. Достижение? Да нет, у нас все хорошо. Мы любим друг друга. Мы ценим друг друга. Это, наверное, главное самое достижение. И всего этого времени нам чего хватило. Это вот как раз найти вот это все. И всем того и желаю. Спасибо. Меня зовут Артем Виталий Николаевич. Родился я в городе Подольске, учился в городе Серпухове. Живу я опять же в городе Подольске. Работал, семья, дети. Ушел на пенсию, молодой пенсионер. Все, как бы. Никаких достижений особых-то не было, научных открытий тоже. Но семья – это самое главное в этой жизни. Воспитывать детей, ну, общаться с друзьями. Дорогие мои,
Одноклассники. Дело в том, что я вас не видел 20 с лишним лет. И очень рад видеть вас, Людмилу Васильевну. Мне несказанно повезло, что вот сегодня я здесь, да, но, к сожалению, я ненадолго сюда выбрался. Что могу сказать о всех вас? Вы очень замечательные. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Большое спасибо. Всем удачи в бизнесе, в жизни, здоровья, благополучия. Ура! Всех одноклассников с 25-летием окончания школы. Хочу поздравить. Очень рад видеть их лица. Вот. Я пришел ненадолго, но самое главное – это вот момент общения. И то есть, ну, вот две секунды с каждым поговорил, уже у меня тут вот, ну, то есть в сердечке что-то осталось доброе и очень хорошее. Все собрались, молодцы, красавцы. Вообще слов у меня нету. Всем вообще просто forever respect. Лаврухин Андрей Николаевич. Учился в первой школе с 1 по 11. После школы, как и предполагал, закончил ПТУ-129 на помощника машиниста. Где-то отработал, ну, лет 5, наверное, после армии. Ушел. Сейчас работаю водителем. Не жалуюсь, все хорошо, все нормально. Люблю вас. Поздравляю вас с 25-летием, с праздником. Желаю вам в дальнейшем оставаться таким же красивым, прекрасным. Всего-всего вам доброго. Меня зовут Баракина Людмила. Меня Загородьева Марина. Мы с детского сада с Людой вместе. Потом мы были за одной школьной партой вместе. Потом у нас родились две девочки. Одновременно почти. Тоже за одной партой. Мы очень дружны, и все эти 25 лет мы... Больше, мы с тобой больше в детском саду. Да. Я окончила медицинское училище. Работаю в Севкоповском родильном доме и в медицинском центре целитель. Очень рекламирую, приходите к нам, у нас очень хорошие специалисты. Девочка моя сейчас учится на первом курсе в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Очень гордимся этим обстоятельством. Да. У меня двое детей, дочке 18 лет и сыну 8 лет. Сын учится во второй школе и в музыкальной, играет на виолончели. А дочка заканчивает медицинское училище, чем я тоже очень горда. Мы с Лёдочкой очень хотим сказать, что у нас очень дружный класс. Мы все любим друг друга, у нас такие дружные ребята. И хотим, чтобы традиция у нас из года в год продолжалась. Продолжалась, и мы никогда друг друга не забывали. Ну, у меня есть семья, дочка родилась, ей 13 лет, балерина, танцует, выступает, ездит по городам и так далее. Ну, в принципе, жизнь удалась, чего я вот как бы хотел, добивался. Ну, жена, семья, работа. Ну, работа любимая, в принципе, как и что служил, там и работаю. Здравствуйте. Прошлый Олег Михайлович. Официально, да? Нормально. Работы, семья, двое детей, две девочки. Очень их люблю. Всю семью, детей, всех люблю. Работаю в Москве. Все прекрасно, все хорошо в жизни. Лучше всех живем. Всех поздравляю с 25-летием, со встречей всех одноклассников. И еще, чтобы через 25, потом еще через 25. И потом, главное, чтобы через 100 вам вот, будет лучше всего встретиться. Итак, я Падрис Светлана. Поздравляю всех с 25-летием и желаю так встретиться еще раза три, отметить такую дату. Да.
Так, Чуприна Елена, значит, да, выпускница. Очень рада, что ты попала. У нас 5 лет. Думала, все такие будут старенькие, тетеньки, дяденьки. Пришла вообще в шоке. Все красивые, все молодые. Так, у меня все хорошо. У меня любимый муж. Там вообще такого мужчины нет на свете. Дочка у нас просто прелесть. Работаю. Муж работает. Ну, в принципе, так это как бы все нормально. Ну, иногда бывает бытовуха в зимнее время. Летом мы ходим в поход, в палатки, все дела, рыбалки. То есть, как бы такой летний активный отдых. Вот. Ну, наверное, все. Все хорошо. Я всех поздравляю с 25-летием. Так, что ты говорила там еще? Я не помню. Ну, что мне строить? Еще чего? Поздравляю всех с окончанием школы. С удачной сдачей экзаменов. 25 лет назад мы их сдали и вышли в большую жизнь. Значит, зовут меня Григорий, отчество мое Александрович, фамилия Евтушенко, женат, воспитываю 5 детей, брак счастливый, детки, слава богу, радуют, 2 3 работаю на такой работе, которая к сердцу моему близка, воспитываю детей. На своих во время осталось еще, а то вот не достает времени, конечно, немножко на своих детей. Закончил педагогический университет, спортивный тоже педагогический и богословский, но еще не до конца закончил, надо будет диплом написать. Так, что еще рассказать? Живу в городе Серпухове, работаю в городе Серпухове, иногда приходится ездить в Москву работать, но это бывает нечасто. Всех люблю, одноклассников своих, вспоминаю как родных, как братьев, как сестер. Всегда вспоминаю, каждый день. Ну, кого помню, конечно. Будьте здоровы, счастливы, много благодарности. Я Плеханова Ирина. Работаю на почте замначальника. Что еще сказать? Дочка. Замужем 23 года, почти 22 пока. Вот. Работает учителем в школе. Учится еще дальше. Ну, я не знаю, что еще. Ну, в принципе, все, наверное. Да, спасибо. Ничего. Работаю в магазине продавцом. Ребенок, дочка, 12 лет. Радость моя. Все хорошо, все прекрасно. Я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, я работаю в школе уже 20 с лишним лет. Вот, сейчас только приехала от выпуска своего первого класса. Им 15 лет в этом году. Вот, у меня 3 Девочка 13 лет, Машенька. И двойняшки, Аленка с Алешкой. Им по 9 лет. Ну, в общем, так, крутимся, вертимся по кружкам, по урокам. Ну, как-то так. Меня зовут Людмила Зайцева. Жизнь моя сложилась хорошо. У меня взрослый сын, ему 22 года будет в этом году. Он учится на 2 курсе военного училища нашего Серпуховского. Я работаю в банке, 17 лет, на одном месте. Я счастлива, чего желаю всем. Всех поздравляю с нашим юбилеем. Пусть небольшим таким, но первым уже значительным юбилеем. Всем желаю счастья, любви, благополучия, семейного, радости, улыбок и не огорчаться. Самое главное. Владимир Анатольевич Славков учился в славной первой школе города Серпухова, чему безмерно рад. Потому что у меня такие одноклассницы и одноклассники, что это просто заглядение встречаться с ними. Мы очень дружный класс, и, как видите, вот 25 лет, да, но мы каждый год встречаемся. Ну, что сказать о себе. Работал, к сожалению, очень поздно поступил в институт, но, тем не менее, закончил его. Закончил хорошо и сам.
Ну, сейчас что, работаю в Москве. Работать, конечно, тяжело, но, тем не менее, отвлекают некоторые товарищи. Вот. Ну, у меня есть самое главное, есть сын, ему 8 лет, Димка. Учится в славной школе номер 1 города Серпухова. Надеюсь, будет примернее, чем свой папа. Ну, всем своим одноклассникам, конечно, желаю, ну, что можно пожелать, наверное, благополучия, здоровья в первую очередь, здоровье, оно и есть благополучие, и счастья, удачи, любви и всего самого лучшего. Нет, желать всем здоровья, успехов в жизни, чтобы детки не болели, чтобы все было хорошо. Нам очень повезло, я считаю, у нас очень дружный класс, очень хороший класс преподаватель. До сих пор мы все дружим, и надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Все. Поздравляю всех с 25-летием выпуска школы. Меня зовут Мизинцева Мария. Ну, у меня все хорошо, ребенок растет, школа тоже собирается, скоро пойдем в первый класс. Работаю в пенсионном фонде. Ну, так все вроде в жизни складывается хорошо. Всем привет! Даже не знаю, что сказать. Я очень рада, что мы здесь собрались, спустя 25 лет. Вообще очень интересно встретить людей, с которыми ты учился 25 лет назад. Очень интересно. Что самое интересное, что большинство этих людей не изменилось. Какие-то характеры он как-то остался таким же. Те же самые заводные люди остались такими же заводными, такими же громкими. Вообще все очень интересно. Я желаю всем. Желаю всем прекрасной жизни, желаю всем счастья, здоровья, самых главных долгих лет жизни и быть счастливыми людьми. Мне кажется, это самое важное. Но, наверное, я все сказала. Добрый день. Мы все рады, что сегодня мы встретились, что мы до сих пор дружны. Мы рады встрече со всеми, что все такие красивые. Практически не изменились, что стали наши учителя. До новых встреч! Ой, говори, я последний, я замыкаю. Вы знаете, это здорово, что спустя столько лет мы все вместе. Надеемся, что мы еще не раз встретимся. Ну, жизнь такая штука. Слава Богу, что у всех... Вроде все сложилось, у всех семьи, дети. Чтоб у всех все было хорошо и дальше. Ну, самое главное, конечно, что мы до сих пор все встречаемся. Когда я позвонила Даниилу Васильевичу и сказала: Людмила Васильевна, мы хотим встретиться, вы к нам как приедете, будете с нами. Она сказала: с вашим классом хоть на край света, всегда рада встретиться. И как бы это вот, ну, тепло от этого на сердце. И действительно, у нас был замечательный класс руководитель, который с нами в огонь и в воду, и в походы, и везде. И это, конечно, нас очень здорово сплотило. Еще хочется сказать. Говори, я еще не собрался. Татьяна у нас многодетная мать. За Татьяну. Ну, до Гришки мне далеко. Все испортила. А что ты все показывать будут? Так, ребят, все. Ладно, я рад очень, что мы все собираемся. Вы уже говорили. Я знаю, что вы говорили, я по-другому скажу. Хочешь, чтобы вот люди, которые редко приходят к нам на встречу, приходили чаще, чтобы мы приедем с телефончиком. Это ты о ком говоришь? О всех. Мы каждый ходим. А что, ну, я говорю? Гриш, мы нас снимаем. Я, Свет, про нас не говорю. Нельзя нарушать регламент. По одному. А это Гриша. С вещами на выход. Гриш, как обычно, пытается нас построить. Я когда тебя строил, что ты говоришь? Правильно. Скромный был человек. Меня построить нельзя. Она командир отряда. Мне кажется, при соблюдении определенных условий можно. Она командир отряда. Меня перебили.
да. Вот. Ну, очень рад, что в этом году... Есть люди тоже, которые редко к нам приходят. Вот надо телефончиками обменяться, чтобы мы встречались вообще такие. Ты себе не даст телефончиками обменяться. Ну, мы рады, да, что мы собираемся каждый день. Ура! Мы вместе! Добрый вечер. Спасибо, что сегодня пригласили. Очень этому была рада. Конечно, всех поздравляю с 25-летием выпуска. Не всех, конечно, лица узнаваем. Девочки наши молодцы, держатся. Но мальчики меняются. Немножко о себе. Я не зайца. Счастливая жена, богатая мама. У меня двое детей. Ну что? Занимаюсь общественно-хозяйственным деятельностью. Всех люблю. Ольга только что говорила, что для нее самые главные дети. Поэтому я хочу, чтобы у каждого было счастье. Иметь детей, иметь здоровых детей, самим иметь здоровье, дожить, чтобы были внуки, чтобы внуки радовали. И следующая ступень – нянчиться с правнуками. Это большое счастье. Успехов в работе, в семье. И для себя получать удовольствие от жизни. Вот я что желаю всем моим выпускникам. Во-первых, я желаю вам всем здоровья. Желаю благополучия. Желаю везения. И вообще, чтобы жизнь ваша была счастливой, наполненной радостью. Чтобы всегда у вас в наше тяжелое время такое непростое была работа. Ну и чтобы семьи, дети ваши вас радовали. Лавринова Оля, выпускница 92-го года первой школы. Я от всей души поздравляю наш замечательный выпуск. Выпускников не только 92-го года, но и выпускников 90-го года, которые тоже сегодня пришли на нашу замечательную встречу. Хочу пожелать вам удачи, успехов, конечно же, мирного неба над головой в наше не совсем легкое, простое время. Что сказать о себе? Я занимаюсь любимым делом, которое я очень люблю. Занимаюсь больше 25 лет. Руковожу сферой культуры в нашем районе, в замечательном Серпуховском районе. Воспитываю замечательных детей, двоих детей, мальчика и еще мальчика. Старший студент первого курса медицинского института, маленький ученик 5 класса Серпуховской школы. Ну, вот, наверное, все о себе. Еще раз удачи, всем успехов. И я очень рада была всех увидеть в таком замечательном здравии. Ну Ой, конечно же, я желаю, чтобы мы с вами... Ну, не буду говорить, чтобы каждый год встречались с таким составом. Может быть, это и не совсем возможно. Но по возможности встречались. Не забывали наших педагогов, замечательных педагогов. Галину Алексеевну, которой, мне кажется, я очень много потрепала нервов. И Людмилу Васильевну. Дай Бог им здоровья и здоровья всем моим одноклассникам.